скамейка запасных далеко. И меняться неудобно для обороняющейся команды. У нас найду первая тройка нападения. Макров, Силанди, Фурса. В обороне Слесаревский и Кеттунен. Фурсе, кстати, игроки, которые стоят ему напротив, должны быть очень знакомы, потому как Фурсе играет в этом сезоне за ХС Рига и участвует в высшей хоккейной лиге Латвии. Участвует. Ему этот хоккей в уровень. Да и Макрова тоже. Макров просто уже у нас ветеран. Его уже ни один уровень не должен удивлять. И вторая. Ну, Сепин вообще как-то... Ну, еще одна необязательная шайба. Ну, как-то там он с неудобной руки перекладывает, низом бросает. И такой не сильный бросок. Ближний угол, да? Ближний угол между щитком, да, и штангой. Шайба прошла. Ворота опять совсем, совсем не обязательная шайба. И наши защитники тоже обидным образом дали выйти из угла беспрепятственно. Относительно беспрепятственно. Еще, ну, наверное,